Добрый день. Вот поменял сцепление, поменял один трипод. Вот здесь триподы стоят. Один вот здесь. Второй с этой стороны вот здесь. Все вроде бы было нормально, но когда едешь, машина вот так руля бьет. Думаю, что резина. Ну как могла быть резина, если ничего не менял? Посмотревши много роликов, понял, надо попробовать вывесить колесо и покрутить. Вот, крутим. Не видно, как шрус. Вот этот шрус выходит вот так вот, туда-сюда. Двигатель колбасится вот так, то есть когда на скорости. Вперед-назад. Тут еще разбит вот здесь сайлентблок, поэтому не так видно. Так она вот так вот ходит. Хотя трипоид все один к одному. Что такое, так и не пойму. Поэтому, если машина начала колбасить вот так, внутренний шрус уже виноват. А диагностируется все просто. Поднакрачиваешь, крутишь и смотришь.